Сегодня 11 января. 11 января 1887 года в Самаре состоялся торжественный пуск водопровода. После церемонии освящения губернатор Александр Свербеев на глазах у пораженной публики выпил стакан водопроводной воды и заплатил за него 100 рублей инициатору строительства этой системы, городскому главе Петру Алабину. К слову, проект строительства водопровода согласовывали более 10 лет. Против его возведения выступали те, для кого вода была источником заработка, в том числе водовозы, прачки и рубщики прорубей. Между тем, после пуска водопроводной сети город стал заметно чище и зеленее, да и огонь теперь наносил ему меньший вред. Дело в том, что Самарский водопровод стал первой в Российской империи противопожарной системой. К уличным колонкам гидранта можно было подключить пожарные рукава. Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо, а в России это еще и день заповедников и национальных парков. Поздравления с днем рождения сегодня принимают председатель Самарской губернской думы Геннадий Петрович Котельников и глава муниципального района Безенчукский Владимир Васильевич Аникин. Также в 11 день января появились на свет советский кинорежиссер и сценарист Владимир Венгеров, советский актер театра и кино Виктор Авдюшко, российский актер театра и кино, кинорежиссер Константин Хабенский и другие знаменитости. В народном календаре сегодня страшный день. Наши предки ждали его с опаской и верили, что в это время нечистая сила особенно свирепа. От нее старались уберечь речи с помощью специальных обрядов. Детей в этот день окружали особой заботой, а вечером занимали их загадками и историями. Такими примечательными событиями и фактами вошел в историю 11 день января. Всего вам только самого лучшего!